Открывая торжественное заседание, председатель палаты адвокатов Абхазии Иван Зарандия рассказал об истории становления Института адвокатуры республики, формирование которого было заложено в далеком 1922 году, когда Рывком СССР Абхазии принял постановление об организации защиты по уголовным делам и представительства сторон по гражданским делам. А уже через год на объединенном заседании Президиума ЦИК и Совнаркома СССР Абхазии утвердили положение об адвокатуре и о коллегии защитников. И первым председателем Президиума коллегии адвокатов Абхазии был Борис Захаров. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов на общем собрании адвокатов избрали новый состав Президиума коллегии адвокатов независимой республики. С 2006 года коллегия опирается на закон об адвокатской деятельности и адвокатуре Абхазии. В настоящее время в Абхазии статус адвоката имеют порядка 100 человек. В настоящее время в ряды палаты адвокатов трудятся замечательные юристы. Чагава Константин Лаврентьевич, Зантари Роза Платоновна Кобечи, Заур Владимирович, Кец Батамас, Шурдулава Джулета, Свиш Бамазона и многие другие. Среди молодых адвокатов хочу отметить Званбаю Ану, Адзенба Арифу, Цава Астанду, Вилиоглы Хамида, Пасани Рамина, Скоренко Игор, Джинджоли Виктория и другие. На торжественном заседании поздравления от имени Рауля Хаджимба зачитал советник президента Владимир Зантария. Своей неутомимой плодотворной деятельностью Палата адвокатов Абхазии способствует развитию гражданского общества, совершенствованию судебной системы. Заинтересованность государства в укреплении ее законодательной основы проявилась в реформах, происходящих в данной сфере в последние годы. Мы намерены и в дальнейшем создавать необходимые условия для полноценной деятельности судебной ветви власти. Позвольте еще раз искренне поздравить вас с этим важным для вас и всей страны событием, юбилеем вашего авторитетного и уважаемого союза. Пусть ваша каждодневная кропотливая работа, ваши энергичные усилия увенчаются новыми успехами во имя справедливости, верховенства закона, защиты чести и достоинства граждан нашей страны. Поздравить абхазских адвокатов с их профессиональным праздником приехали их коллеги из России. Я с огромным удовольствием хочу отметить совместную плодотворную работу адвокатов вашей палаты и гильдии российских адвокатов, направленную на повышение престижа и значимости адвокатуры как института гражданского общества. Уважаемый Иван Чандрович, от всей души желаю вам и всем членам палаты крепкого здоровья, простого человеческого счастья, успехов в делах и большого творческого вдохновения, мира и благополучия. Отметить, что сегодняшнее знаковое событие, но не только для адвокатского сообщества, но и гражданского общества в целом. Хочу поздравить коллег-адвокатов, которые занимаются адвокатской практикой, пожелать им успешных процессуальных побед в правовом поле Республики Абхазия. Работа адвокатов очень сложная и ответственная, и они оказывают квалифицированную юридическую помощь гражданам, защищают их интересы и права в суде. Инга Габилая более 8 лет работает адвокатом. По ее словам, очень много бывает сложных моментов в работе, но она ни разу не пожалела с выбором профессии. За период своей работы я участвовала, и были достаточно громкие дела, прошли многое. Но на самом деле за весь период своей работы я ни разу не пожалела, что я выбрала именно этот путь. Адвокат – это тот человек, который живет чужими проблемами. Вот если адвокат искренне живет проблемой своего клиента, он всегда победит в любой ситуации. За добросовестное исполнение профессиональных обязанностей по защите прав и законных интересов граждан и организаций 13 адвокатов Абхазии наградили почетными грамотами. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение.